Ну что ж, начинаем нашу видеообзорную серию. Ну, по книгам. Или книгообзорную серию видео по книгам. Ну, как угодно можно назвать. Самое главное, о чем это видео. Пришла одна из книг для подготовки к видеосерии про американский спецназ. Очень известная фирма Джейнс. Они делают справочники военные. И как раз это военный справочник для распознания спецназа. То есть здесь, реально говоря, вот, к примеру, случайно так открыл, вот, пожалуйста, АПС, то есть автоматический подводный автомат, 5.66. Почему он 5.66, я не знаю. Ну вот, разнообразные версии, то есть разнообразный тип оружия, которым спецназ мира пользуется. И здесь пишут, кто обычно ими пользуется. От пулеметов до пистолетов. Например, вот швейцарский пистолет, который я, например, никогда не видел. Вот смотрите, какая интересная вещь. Вот PMM, по-моему. И PSS. Польский ванат, причем такой интересной версии. И так далее, и тому подобное. В том числе катера разнообразные, автомобили, броневики, вертолеты, самолеты, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая интересная книжка. Еще здесь еще и снаряжение дают. Конечно, частично. Ну, например, ботинки или еще что-то. Бронежилеты, парашюты, рюкзаки. Всякие подводные вещи и так далее, и так далее, и тому подобное. В особенные детали здесь уходить не буду, но вот это одна из книг, которая будет использоваться. Выпущена данная книжка, как ни странно, в Лондоне. Ну, ничего странного. И в 2005 году. То есть, конечно, абсолютно новых вещей тут не будет, 13 лет возраста. Но интересная вещь для тех, кому такое интересно. Ссылка на книжку дам. Через Amazon я ее покупал, соответственно, ссылку дам через свой ассоциативный счет. Вот, блин, даже снайперки есть какие-то. Можно посмотреть, интересно. А здесь много чего есть или немного? Я думаю, что это чисто по минимуму. Джейнс, кстати, продает еще электронный справочник или доступ к их базе данных, по которой много чего можно посмотреть. Там практически все современное. Это серьезная фирма, очень серьезная фирма. И, конечно, они не будут показывать все, что возможно, потому что это просто нереально в книге. Но, пожалуйста. Кстати, перечисление групп спецназа или подразделений типов спецназа по разным странам. Вот сейчас посмотрим, найдем США. Мелким-мелким текстом. Вот Россия, кстати. Россия нам сейчас не интересна. Вот США. То есть вот, например, ЦРУ, САКОМ, морской спецназ, морпеховский спецназ, армейский спецназ и так далее. Спецназ ВВС. Такой краткий довольно-таки список. Я думаю, им будет интересная книжка. Отзывы на нее были хорошие. Посмотрим, что получится.